Синоптики в эту пятницу не радуют прогнозам на неделю. Морозы в Хакасии задержатся. В предстоящие выходные по республике хоть и ожидается небольшой снег, однако любителям свежего воздуха стоит одеться потеплее. Днем столбики термометров поднимутся до минус 19 градусов, а вот ночью температура воздуха снова опустится до 30 мороза. В начале недели значения термометров будут также ниже климатической нормы. Днем воздух местами прогреется до минус 17 градусов. Однако ночью морозы окрепнут до минус 32. Среда обещает стать самым теплым днем грядущей недели. Днем от минус 13 до 18, а уже в четверг холодный воздух со стороны Арктики снова придет в Хакасию. И днем будет до минус 23. К пятнице морозы усилятся, днем около 30, а где-то и холоднее. Ночью столбики термометров опустятся ниже отметки в 35 градусов мороза.